Всем моим красоточкам пламенный приветик. Я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. И сегодня, девочки, я снимаю наконец-то обзор на две рассыпчатые пудры от Estée Lauder и от Clarins. Ну вот, какое-то время я им попользовалась, чтобы понять, что они дают, как они ведут себя на коже. И сейчас я могу уже как бы сделать вывод. Это вот такие две пудры, я их вам показывала, да, в своем видео о покупочках. Вот эти вот. И что хочу сказать, девчонки. Вот если честно, мне понравились обе пудры. Но они немножечко разные по своему эффекту. Начну, наверное, пожалуй, с пудры Estée Lauder. Эта пудра, здесь 21 грамм. Называется она Poudre Libre Translucida. Сейчас покажу вам сам футляр. Номер у этой пудры 01 Light. Вот такой у нее футлярчик. Здесь, в принципе, как в обычных всех рассыпчатых пудрах, идет пуховочка родная. Очень достойная, я прям ею набирала. И внутри мы можем наблюдать сам продукт, да, и вот такие вот дырочки. Ну, дырочки, хочу сказать, очень мелкие. Вот, ну, в принципе, я вот ее просто либо вот так набирала, либо когда вот ее трясете, она появляется наверху вот здесь, и потом набираете уже губочкой. Ну, также можно ее набирать кистью. Вот, а что заявлено об этой пудре? Так, эта пудра ультратонкая, разглаживающая, мягкая, которая дает свечение вашему лицу. Также она смягчает появление морщин. Вот. Ну, в принципе, этой же пудрой также можно фиксировать макияж. Что хочу сказать, девочки. Вы знаете, пудра действительно очень-очень, по своей текстуре, очень тонкая и легкая. И действительно, она полупрозрачная. Даже можно сказать и прозрачная. Вот, но мне понравилась тем эта пудра, что она, знаете, действительно, она дает такой какой-то эффект, да, когда вы ее накладываете, ваша кожа как будто бы разглаживается. Она становится такой гладкой, мягкой, нежной, и действительно такое ощущение, что вот она вот дает такой какой-то вот омолаживающий эффект. И кожа дышит, очень легко чувствует себя с этой пудрой. То есть она не забивает ни поры, она не подсушивает, а вот действительно эта пудра вот как-то она вот так вот благотворно влияет вот на кожу, вот именно с таким вот разглаживающим эффектом. В принципе, я думаю, что эта пудра подойдет представительницам любого типа кожи, и микс, как у меня, да, и сухой кожи, и жирной. Но при одном условии, что на коже нет никаких явных недостатков, потому что эта пудра, она не замаскирует ничего абсолютно. Никакие прыщики, никакие пятна и так далее. Если кожа в хорошем состоянии, в спокойном, да, она вот просто придаст такой очень красивый, легкий эффект вуали, который разглаживает вот именно структуру кожи. И, в принципе, те девочки, которые предпочитают именно такую текстуру в пудре, да, вот именно легкую, невидимую, полупрозрачную, то эта пудра, девочки, вам очень понравится. Ну, лично мне эта пудра понравилась. Вот, и я думаю, что также она будет хорошо смотреться с плотным тональным кремом, когда вот вы наносите, да, чтобы не было такого утяжеления на лице. Вот такая вот легкая пудра подойдет просто идеально, как фиксатор вот именно макияжа. Вот, дальше. Вторая пудра, девочки, от Clarins, которая называется Poudre Multi-Éclat. Вот такая. Здесь 30 грамм. У меня в номере третьем Дарка. Вот. Ну, что могу сказать, девчонки? Ну, вот если выбирать между двумя пудрами, я скажу честно, что мне больше понравилась пудра от Clarins. Сейчас объясню, почему. Вот так она, кстати, выглядит. Вот такой достаточно большой такой футляр. Вот. Здесь есть одна маленькая хитрость, возможно, о которой многие не знают.
Так, ну, как обычно, спонжик, да, родной Кларанс, тоже очень хороший, я прям им накладывала, и кисточка также иногда. Здесь мы обнаруживаем вот такую вот прокладочку с дырочками. Вот она. Здесь дырочки покрупнее и их побольше в этой пудре, что облегчает нанесение. Дальше мы обнаруживаем еще одну прокладочку, девочки, вот такую пластмассовую. И я, кстати, поняла, что многие не знают, что с ней делать. Многие ее выбрасывают. Ее выбрасывать ни в коем случае нельзя, потому что эта прокладочка, она служит дозатором. Так как банка большая, мы, знаете, что будем делать? Сейчас я вам покажу. Вот такая прокладочка, видите? Так как здесь банка большая и продукта очень много, и чтобы, не дай бог, не рассыпался он, ну, вот у меня есть такая маленькая лопаточка. Я вот этой лопаточкой, сколько мне нужно продукта, отсюда переношу вот сюда, вот в этот дозатор, и закрываю саму пудру. Вот, видите? И потом уже я накрываю вот этой вот сеточкой. Все, я теперь могу пользоваться. Она, знаете, очень легко в применении, она очень-очень мягко помыла, она даже прям сама вот выскакивает из-за дырочек, потому что сеточка, она усаживается на пудру, и появляется вот сам продукт. Или просто можно вот так вот ее повертеть, потому что сеточка, она свободно входит внутри, и продукт, видите, он вылазит, и потом вы набираете, сколько вам нужно, либо спонжиком, либо кисточкой. Очень удобно, очень практично, считаю. Ну, лично для меня. Мне очень понравилась она в применении. И что хочу сказать. Что они обещают? Сейчас вам прочитаю так, быстренько. Это пудра минеральная, ультратонкая и легкая, которая гарантирует свечение и матовый финиш. Прозрачная написано. Ну, она не совсем прозрачная, девчонки, как я сказала, да. Она все-таки по текстуре своей немножечко чуть-чуть плотнее, чем пудра Estée Lauder. Так, ее текстура мягкая и комфортабельная, защищает вашу кожу от пересушивания, то есть она увлажняет вашу кожу. И дальше, ее текстура очень мягкая, которая держится весь день. Также эта пудра защищает вашу кожу от внешних агрессоров, то есть от загрязнений внешней среды. Вот, и гарантирует свежесть и подсветку этого тона весь день. И также написано здесь, что эта пудра может служить как фиксатор макияжа. Вот такая заявочка. И что я могу сказать, девчонки, я просто в восторге от этой пудры. Она сейчас на мне в данный момент, она мне очень нравится. У нее очень приятная текстура, такая, знаете, действительно такая вот бархатная. Она очень мелкого такого мягкого помола. И действительно у нее такой велюровый эффект, когда вы ее наносите, да, кожа такая мягкая, гладкая. И еще я могу сказать, что она, в отличие от пудры Estée Lauder, да, она все-таки немножко маскирует какие-то недостатки, ну, например, какие-то покраснения, да, или маленькие там прыщички, да, она замаскирует, потому что у нее текстура такая, вот, ну, как сказать, более такая поплотнее. Ну, и также она матирует кожу и фиксирует макияж. Вот. Эта пудра, я тоже думаю, что подойдет всем, в принципе. Даже, мне кажется, у кого есть такие мелкие какие-то недостаточки на лице, да, ну, в виде пятнышек, там, возможно, пигментных пятнышек, то я думаю, что она без проблем подойдет. Сейчас я сделаю свотч. Так, вот пудра от Estée Lauder. Сейчас я попробую немножко нанести на руку, чтобы вам показать сводч. Вот, в принципе, я сделала сводч от Estée Lauder и нанесла вот ее здесь на руку. Ну, вот можете посмотреть. И как видите, да, в ней есть такие мелкие-мелкие светоотражающие частички. Но вы знаете, на лице их, девчонки, абсолютно не видно. Так что они такие, можно сказать, невидимые. Вот. И сейчас делаю свотч на Кларанс. Так вот, вот Кларанс нанесу вот сюда. Нанесу побольше. И от Кларанса на вот здесь. Вот. Она тоже обладает такими вот
светоотражающими частичками. Но опять-таки, девчонки, на лице абсолютно ничего не видно. Вот она у меня сейчас на лице, никакого блеска я такого особо не вижу. Вот, вот такой вот вердикт, девчонки. Надеюсь, что сумела как-то подробно описать, да, эти продукты. Постараюсь сейчас снять еще одно видео. Вот, и что хотела сказать, я сходила, девчонки, вчера в салон и подстриглась. Подстриглась, обновила стрижку. Вот, надоели волосы, если честно. Я вообще, знаете, когда у меня начинают отрастать волосы, да, уже ниже лопаток, они меня начинают раздражать. Поэтому вчера и челочку мне там подстригли, и полностью по всей длине. Вот такое видео. Ну все, я надеюсь, что было интересно. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, комментируйте. Я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Все, всех целую. Чао.